Бэкст, 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 он там! Быстрее туда! Приветище! Мы снова играем за пиратов, Кех, поздоровайся! Бонжурно! Сегодня наш остров будет называться Лимбо. И, кстати, насчет того, что вы писали под предыдущим видео этой игры, то, что вот, не трать здесь рубакс, а то здесь мошенничество и все дела, и бла-бла-бла-бла-бла. В общем, всякая такая вот бурда писалась. Ребята, я рубаксы здесь не тратил и не собираюсь тратить. Мне эта игра нравится без рубаксов. Вот, так что не переживайте. А мы продолжаем пиратить. Пойдем в наш остров зайдем. Точнее, на наш остров. Мы его с тобой еще не достроили в прошлый раз. Да, здесь еще дофигашеньки всего построить нужно. Так, а где наше сокровище? Наше сокровище находится в башне. Пойдем глянем, сколько их. Ну, в принципе, мы и так знаем. 246 коробок золота. Где они? Дайте я посмотрю на них. О-о-о, типа смотри какие. О, кстати, да. Вышло же обновление. Теперь эти коробки может какой-нибудь пират у меня украсть. Ну, я, конечно, тоже не пушистый, так что сегодня будем делать налеты на другие острова, грабить их. Также будем нападать на корабли. Опс, чё-то я построил. О, да нифига себе, я решетку случайно построил, вот блин, не хотел ее строить, ну ладно. Теперь она у меня есть, хотя зачем, когда можно просто бежать. Блин, ну теперь придется остров достраивать. Ладно, давай попробуем вот это построить, что это такое? Воу, воу, круто. А вот это что такое? Ну все, меня понесло. О, дополнительный забор. Кстати, нужно, это по-любому нужно, чтобы какой-нибудь пират сюда не проник и не стащил мое сокровище. Так, и вот это еще, вот так вот. Вот это я понимаю, теперь туда будет сложно пробраться. Еще вот это вот сейчас купим, что это такое? А, это с той стороны. И вот сюда, вот так вот. Пойдет. Ну вот теперь-то наш рычаг здесь необходим. Так, погоди, опа, у меня там стеночки ломают. А-а-а, смотри, на меня уже напали. Так, достаем свой меч. Ах ты негодяй, сейчас я тебя пробью. Так, получай нафиг. Кто там такой умный-то, а? Вали его, Кеха, клюй его клювом. Ты посмотри на него, а. Пробрался ко мне, за золотишком моим бежит. Да фига. Кукиш с маслом получай, понял? Обалдел совсем. Прям при мне. Когда я на базе забор мне сломал. Ну вот, а негодяй, придется теперь новый забор ставить. О, господи. Поставил себе каменный. Фух. Слава богу, что я дома был. А то бы у меня коробку с золотом стащил бы. Там, конечно, немного было, всего 70 золотых, но все равно неприятно было бы. Пора отплывать и забирать золотишко у кого-нибудь другого. Так, ой, ты посмотри на него, а? Снова приплыл. Сейчас отхватишь у меня нафиг. Блин, впустил его в свой замок, но дальше-то он не пройдет, пока я на рычаг не нажму. Ха-ха. Все, ты теперь в западне. Тебе хана. Вот так вот. Будешь знать, как на чужие базы налетать. Эй, старина, ну-ка призови ко мне корабль, мне нужно отплыть. И это, давай тут присматривай за моим замком. А то тут уже на него покушались два раза. Так. Поплыли, поехали. Вижу на горизонте пиратов. Ну-ка, сейчас мы их на абордаж возьмем. Чё они там тусят возле острова? Так. Якорь. Кеха, сбрасывай якорь. На абордаж! Ребят, подождите, куда вы поплыли-то? Стопэ! Стопэ, я на вас как бы напасть хочу. Сейчас, вот так вот это! Абордаж! Достаю меч и начинаю лупить. Вот так вот! Первый готов! Мешок с золотом, это мое. Спасибо. Так, там остался еще капитан. Пока он нас не видит, нужно восстановиться. Ой-ой-ой. А мешочек золота я сейчас себе закину в трюм. Вот сюда. Капитан-пират, а ну иди сюда. А, кажется, он застрял. Ну ладно, освободим его от этих мучительных застреваний. Вот так. Блин, у капитана всего 5 золотых было. Корабль потонул, надо валить к себе. Так, что-то я потерялся, куда мне плыть-то надо? Карта, карта мне на помощь. Лимбо остров, о, мне туда надо. Ну что, золотишко я убрал в свой замок, предлагаю сделать нападение.
Сейчас пробьемся вон на тот остров и поднимемся вон на ту башню. Воу-воу-воу, ты посмотри, как там опасно-то, а? Он там себе лаву сделал. Нифига ж себе. Ну, конечно, мы там не пойдем, мы вот здесь пойдем. Так, начинаем ломать. Кеха, грызи, деревяхи! Еее, бежим быстрее, бежим, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Так, заходим, поднимаемся. Надеюсь, сейчас нас не спалят и не поймают. Ну, открываем ворота. У-у-у, ты посмотри, сколько здесь золота. Все забираем, забираем нафиг. Так, вот это я понимаю, наварчик будет. Ю-у, все, валим, валим отсюда. Итого я где-то примерно 27 голды поднял. Блин, корабль застрял, ну давай, давай. Отъезжай на это. Ну, блин, прилип. Ну все. Уйти не получится. Меня сейчас спалят. Короче, плывем так. Там уже этот владелец прибежал. Так что уплываем так. Под водой, как дельфинчик, чтоб нас не спалили. Ты посмотри, он мой корабль там захватил. Ага, плывет ко мне. А мы сейчас вот так сделаем. Опа, ну-ка, телепортни мой корабль. Ха-ха-ха, выкусил. Вот это я понимаю. Развел чувака. Так, припарковались. Поперли. Поперли ломать. Так, так, подожди, надо кирочку достать. Опа. А что, если я мечом попробую? Не, мечом нифига, надо именно киркой. Еее, бежим быстрее, быстрее поднимаемся в этот замок. Не понял. Что произошло? Ну вот, не успел. Короче, игрок вышел из игры. Короче, борода. Ладно, уплываем отсюда. И отправились мы с Кехой за ресурсами. Ломали камни, рубили деревья. Разграблял замки. Да, не густо. И нападали на пиратов. Тихо, кидай крюк на абордаж. Опа-на, тараним их. Блин, не успел. Кеха, ну-ка давай за руль. Крути барабан. Хотел мои золотишко стащить, да нифига не вышло. Ну что, пираты, мы с вами награбили 321 золото. Голды, кому как угодно. И, в общем, пойдем глянем на все наше сокровище, на все наше богатство. А, я же забыл, что у меня тут защита. Открываем. Нужно будет сейчас еще это все дело потратить, конечно же, на защиту нашего драгоценного замка. Текс. Сейчас посмотрим, сколько там коробок. О, да. Сокровище мое! Как же я обожаю это место, где пахнет золотом. Итак, сперва, нам нужно оградить башню. Потому что деревянный забор нифига не защищает, как мы уже поняли с тобой. Так что покупаем каменные стенки. Хопа! Они, кстати, очень дорогущие, по 70 стоят, это просто грабеж! По-моему, у меня только денег на стенки-то и хватит. Офигеть. Но, подожди, а вот это что? А вот это, походу, вот это надо купить, да? О, как раз хватается ракет. Ну, это уже что-то. Позащищеннее замок-то теперь стал. А это, я так полагаю, сверху пушки, да? Нифига себе, пушечки, ты посмотри. 600 золотых!
А здесь 650. Ууу, кажись, я разорюсь на эти пушки. Абзац был, и 800, ты посмотри, они дальше еще дороже идут. Ух, а здесь у нас 1700, а, капец. Не, ну если я начну покупать пушки, то я стану банкротом здесь, это однозначно. Пушки я покупать не собираюсь, но куплю парочку, ладно. Парочку куплю. Кстати, нужно достроить еще забор. Так, что надо? Лаву. А, это не лава, блин, это мостик. Ладно, опустите мне, пожалуйста, мостик по-царски. О, спасибо. Тогда ворота поставим. Ворота, пожалуйста. Во! Ну, как бы сложно назвать это воротами. Обычный проход. Ну, в принципе, пойдет. Учитывая, что здесь будет лава, и мостик этот умеет опускаться, пойдет. Сколько там на лаву-то надо? 25. На лаву вроде хватает. Покупаем. О, да, вот это я понимаю. А ну-ка, если я в нее прыгну. Ну, это, в принципе, было очевидно, да. Да. Я все люблю проверять на себе. Ну что, пираты, наш остров с нашей базой готов. Ну, за исключением того, что у нас не хватает пушек на базе. Ну, не беда. Пойдем лучше пройдемся и посмотрим, как все у нас здесь работает. Открывай ворота. Здесь у нас еще одни ворота. Нажимаю кнопочку. Отлично. Здесь у нас лава. Опускаем мост. Зашибись. И вот мы наконец-то зашли в нашу башню. Здесь, правда, ни одного сундука с золотом. Ну, ничего. Это не печально. Скоро наберем. Награбим, наберем, насобираем. В общем, юху и бутылка рома. Ну что, Кеха, скажешь? Шикарно. Я тоже так считаю. Ну что, господа пираты, вот и все. Ждем новых обновлений. Спасибо, что смотрел. Подписывайся на канал, если ты еще не подписан. Ставим лайкосики под видео и также оставляем комментарий. Всем спасибо за просмотр. Пока. До нового видосика. Юху!